Макс Барских запретил использовать свои композиции в России. Агата Муцениеце заявила, что больше не уважает Макса. Исполнитель хита «Туманы» призвал всех украинских артистов последовать его запретному примеру. Актриса заверила, что не считает поведение уроженца Херсона достойным артиста. Агата подчеркнула, что творец должен дарить людям радость и надежду независимо от обстановки в мире. Агата сказала, что у Барских было много поклонников в России. Артистка отметила, что публика ни в чем не виновата перед поп-исполнителем. Вот ситуация с Максом Барских. Я вам так скажу. Для меня не артист тот человек, который говорит, уберите всю мою музыку из страны. Еще с такой злостью. Артист был бы для меня человечищем, если бы он сказал, несмотря ни на что, я хочу, чтобы моя музыка играла и радовала сердце людей. Потому что люди ни в чем не виноваты. От всего, что происходит в мире, страдают обычные люди, мы с вами, подчеркнула Муцениеце.